Всем привет! Особенно привет ролевым жевжикам, которые отыгрывают роль стратегических жевжиков иногда. Знакомимся с ранним доступом Baldur's Gate 3. Был уже и стрим, и запись серии, можете посмотреть их. Играю за жреца. Давайте, в общем-то, продолжим. Интересно, как дальше пойдет. Но пока это все, конечно, больше на пролог похоже, чем на большую игру. Ну и, соответственно, конечно, она тут и не полная будет. По-моему, тут только первый акт есть в раннем доступе. Тем не менее, давайте продолжать смотреть. Меня там в комментариях к прошлому видео гнобили, что я не знал, что будет первый напарник там жрец и сам сделал жреца и прочее. Я вообще не люблю заранее узнавать, что будет в игре. Я люблю... Блин, а что такое все какое-то? А что графика внезапно хреновой стала? Подождите. Почему все такое размытое? Что за фигня? Какие-то настройки, что ли? Так вот, я не люблю об игре узнавать заранее. Я люблю вот знакомиться с игрой в процессе. В чем прикол знать, какого ты персонажа получишь? Может, нам еще и сюжет заранее прочитать, и спойлеры, кто убийца, а это, скорее всего, шофер будет. Ну, зачем? Зачем это все? Блин, не знаю, тут вроде все по максимуму стоит. А где тут видео? У меня вообще ультра должно быть. Общее качество графики. Ультра. А выглядит не ультра. А, ну сейчас прогрузилось, похоже, да. Так, ну, прошлая серия у меня закончилась на том, что... я вот тут пошел исследовать и... Так, подождите. Подождите. Куда я пошел-то? По-моему, я все посмотрел. Тут заберем книжечку. Ну, тут все на английском, по-моему, все книги, поэтому не будем пока особо на них останавливаться. Хоть я вообще удивлен, кстати, что хоть какая-то локализация уже есть. Ну и вообще, судя по всему, ранний доступ получился у Baldur's Gate 3 хорошим. Вообще это было все в прошлой серии хорошим, потому что в районе 90 тысяч играют одновременно в игру. Так, тут, по-моему, среди книг ничего нету, если мне не изменяет память. Да, можно не лазить, не смотреть. В Divinity Original Sin 2 в раннем доступе играло 3000 человек. That's curious. Почувствуйте, как говорится, так, и там открылась дверь. Сейчас мы дойдем до того места, где меня убили в прошлый раз писцы, блин, мертвые. И сразу я с ними подерусь, я знаю, как их. Так, темный склеп. Сразу давайте пойдем. А, хотя давайте проверим. Здесь сундучки. Так, кольцо. Я взял его, по-моему. Чашка 10. Только чашку возьмем. Да, взял кольцо. Ну, не знаю, тут... А раздал ли я луки? Да, луки розданы. Ну и тут все у меня тоже экипировано норм. Вроде так, давайте полечимся, может. Я вот не очень понимаю, как работает, как вот это, как вот эти все штуки работают, потому что какие-то... так увеличивать. Давайте увеличим. Тут дополнительных вроде нету. Пассивных, которые должны... А почему тут не включено? А,
Интересно, почему у вора не включается? Так. Сколько лечит? Ну, нормально. Надо мага вылечить и... мою чувиху. Так, давайте... Я случайно вылечил. Я хотел разделить их. Ладно, давайте одну Мальвине передадим, а тут одну Гейлу. Блин, а как их разделить-то? О, разделить. Понял. Класс, разделилась. Ну, пополам. 2-2. Разделить. Что за хрень? А, вот оно как. Надо нажать еще, чтобы оно разделилось. Бред. А вот сейчас нормально. Ну, короче, есть некоторые баги. Слушайте, игра в раннем доступе, господи. Ну, что мы будем придираться, правильно? Так, значит, это у нас выпивает. Почему у нее 4? А, точно, вот у нее еще. Так, ладно. Давайте тогда вернем. У нее 3 есть. Все. В принципе, вылечены. Так, сейчас давайте сразу сходим. Взлом не удался. Серьезно? Ага, он может еще не так. А вот смысл в этом взлом не удался, если ни штрафов никаких не получаешь, ни потом можно попробовать заново вскрыть. Ну, вот, собственно, склеп. They look like scribes, despite вот, the weapons. Я не понимаю, как вот это не работает. No surprise that they died then. Ячейк. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Ну вот, у нас изгнание нежити у двух, по идее, да. А, они сейчас, вот эти все ребята встанут, когда я вот здесь дотянусь до кнопки. Я думаю, что мне кого-то... Я бы жрецов оставил здесь, а одного... Или одного жреца, как раз потому что и маг неплохие, у него есть заклинания против этих ребят, и вор неплохо работает. Так, ну вот этот, тут самый главный, самый сильный воин, по-моему, где-то валяется, у него там дофига хитпоинтов, эти послабее будут. Ладно, так, давайте сначала я расставлю... Я, наверное, отправлю вот эту мою отдельно. Так вот можно сделать, чтобы она отдельно бежала. Тогда за ней никто бегать не будет. That's Jergal, scribe of the dead. Didn't think anyone still worshipped him. Переписчик мертвых. Я успех. Вот сейчас, когда дотронусь до этой кнопки, эти все ребята восстанут. Поэтому давайте как-то... Распределим. Ну, в принципе, норм. Так, сохранюсь. И давайте теперь повоюем. Трогаем кнопку. Здравствуйте. Oh. Так. Писец. Писец. Где у нас тут самый сильный этот чувак был? Вот этот, по-моему. Да, погребенный воин.
Ну давайте вот. Надо именно магом сначала начинать. Ладно. Огненный снаряд. Так, а чего у них? Есть у них к чему-нибудь? Да, невосприимчивость к яду и уязвим от дробящего. Как раз то, что уязвим от дробящего. Хорошо. Давайте мы, может, масло вот на этого воина, чтобы он упал. Сыграем. Что он больно. Именно он больно бьется. Так. Отлично. Ну и надо распределять, потому что они тут яд бросают на большие территории. Интересно, если я вот сюда встану и толкну. Вот жалко, что нельзя не юниты толкать, получается. Ладно, пока пропущу. Сейчас он яда нам. А не, просто поджег. Так, хорошо. Ну как, нехорошо, 5 хитпоинтов уже минус. Но у них как раз дробящее оружие. Ну, собственно, наверное... Или, блин, сыграть изгнание нежити. Нет, давайте я его проатакую пока. Блин, промах. Зашибись. Немота. Жаль. Сон на моего мага. Да блин, нет, только на мага. Больно, больно. Блин, у этого одна хитпоинт остался. Охренеть. Так, ну я, наверное, с этого проатакую вором. Сзади атака, да? А нет, можно пройти, отлично. Так. Ну, вообще странно, что они неуязвимы к кровотечению. Они неуязвимы к яду, а к кровотечению. Ну, блин. Слушайте, а по-моему, в Divinity Original Sin 2 как раз было кровотечение у скелетов, что довольно странно было. Ладно, не хочу проверять. Так, это у нас никакие заклинания не могут. Хотя, кстати, могу изгнание нежити, в принципе. Может, встать сюда и сыграть изгнание нежити? Странно, у меня немота, почему же я могу изгнание нежити все равно делать? Просто тогда меня увидит и услышит и этот, и этот, и этот. Есть, сработало. А на этих, походу, нет. Ну ладно, это конец хода. Квак спит, это убили, сейчас будут проверки. Этот свалил. Да, блин, как он... Я ж за колонной стоял. Встал. Еле-еле... Видите, как он еле-еле шел, да? Так, теперь этим надо бы... Ну, 85%. Пригвоздить. Ну, мне кажется, пофигу, он все равно стреляет, как бы его пригвождать маловато будет.
может выпить зелье, чтобы не убило. Но у меня слишком, блин, мне кажется, рановато еще. Так, что это может сделать? Так, по идее... Да ладно, слишком далеко. Ну, по идее, он еще и загореться должен. Да. Я хоть и не попал... не попал вот именно этой баночкой, но... Поджег масло. Возьмем ускорение. Давайте, наверное, сваливать пока отсюда. Или наверх даже заберусь. Вон с тем попытаюсь разобраться. Второго уровня. Тут что-то меня... Что-то, я думаю, мне так сложно с ними. Так, маг просыпается. Что мы им сыграем? Может, как-то этого добить? 72%. Ну, им я точно убиваю. Хорошо, это с этим как... Ну, мне кажется, этот пока ни до кого добраться не может. Блин, надо кого-то одного добивать, мне кажется. 1d8 холод. Блин, он его не видит. Не, давайте все-таки молнию попробуем. Это больше вероятность, что мы его убьем. Ну, то есть, еще раз напоминаю, это означает, что вы можете нанести урон от 1 до 6. Так, кидается кубик шестигранный. Это первая цифра, сколько кубиков. Вторая цифра, ну, дайс означает, то есть кубик. И 6, сколько граней на кубике. И тут кидается один 12-гранный кубик, чтобы выяснить, сколько урона. Поэтому я очень хочу убить этого парня. Еще видите, вероятность, что я вообще промахнусь. Убил, отлично. Так, у нас осталось трое. Ну, у нас есть, если что, возрождение, да. Но это, конечно, больно. Очень быстро они как-то уконтропупили. Ну, наверное, проатакую, да, издалека. Критический промах. 85%. Нет, наверное, сейчас не буду удваивать. Смысл, мне надо было раньше подходить. Ладно, давайте Мальвиной похожу. Где он? Вот тут.
Ох. Так, двое. Причем этот, по идее, не должен до меня достать пока. О, может мне стрельнуть? Я могу стрельнуть прям? Да блин, да что такое? Почему поэтому промахиваются все? Так, ладно, давайте, наверное, подходить все-таки. Хотя бы вот сюда. Не знаю, кстати, приседание дает ли какой-то бонус к защите. Снижает скорость цели. Но это, кстати, мне вот поэтому хотелось бы скорее огнем. А не огнем, а холодом. Чтобы он медленнее бежал. Пылающие руки. Это, кстати, сильный урон. Дотянусь ли я? Давайте это пока. Горение. В принципе, должен сдохнуть это. И он сдох, да, сгорел. Так, ну время подобраться к этому парню сзади и ударить его. Так, ускорились. И атака сзади. Но у него слишком много хитпоинтов. Десять всего лишь нанесли. И я еще даже могу немножко... Я думал, он меня не достанет. Ладно. Время Мальвины. Так, что нам Мальвина... Что Мальвина может? У нее ускорение. То есть я тоже могу сзади, кстати, его лупануть. Тем более, что он... Кстати, оказалось правильное решение так пройти. Он повернулся назад, и я сейчас могу ему сзади... 70% всего, что так мало? Прям рядом, по голове тебе. Так, 7 хитпоинтов. И еще раз могу. Да блин, почему он обходит? Подождите. Да блин, чего не убить-то? Ага, маг еще у нас. Ну вот маг должен закончить это. Семьдесят процентов всего. Ну мне мешаются, видите? Ой, не присесть. Да блин, нет. Я не то нажал, я прыгнуть хотел. Попал, отлично. Все. Битва закончена. Давайте возрождать. В смысле литургия? Что за литургия сейчас была? Так, этот хочет поговорить. Какой смысл о них думать? Мне кажется, этот чувак вампир. But you never know when you might become one yourself. Отличный разговор. Так, где наша эта чувиха валяется? А, вот тут сгоревшая. Так.
Ну, в этот раз битва прошла получше. Так, обратно вернем ее в группу. И посмотрим, что интересного в этой гробнице было, ради чего. Вот именно столько уловок, чтобы спрятать один. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Так, давайте на всякий случай сохранимся еще раз. Мы бесшумно двигаем крышки саркофагов. Оказывается. Ну. Так и знал, что кто-то еще тут будет. Еще без озвучки, без ничего. So he has spoken. And so thou standest before me. Right as always. Ой, what a curious way to awaken. Now I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Вот эти миролюбивые нежить, интересно, почему ты не напал на меня? Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? Давайте его заманаем. О, конечно, спрашивай. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Ну вот у меня есть, типа, последователь Лолса. Можно видно, видите, не переведено. Ну... Что стоит жизнь единой у смертных? Это зависит от смертного, наверное. Зависит от смертного. I am curious by what standards thou shalt judge. Very well. I am satisfied. Ну, херню спросил. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Ну вот. Только встретились, и он ушел. Гелиотроп. Золото. Все? Это все, что тут было? How long has it been? О, еще сундук есть. Амулет заблудших голосов. Разговор с мертвыми третьего уровня. Я думаю, мы это экипируем. Прикольно. Что делает? Дать трупу подобие жизни, чтобы он мог отвечать на вопросы. Интересно. Давайте на ком-нибудь это испробуем. На воине погребенном, например. Так, что он там ходит? Так, тут ничего интересного. Ну, я хочу... What a mess the ages calls. We have nothing more to discuss. Continue on thy way, as if I were not here. I must attend this place, after so many years away. We will see each other again soon. Скоро понятие. When the time is proper. But I do know that the longer thou standest here, пафосные эти разговоры. Ничего дельного. Так, давайте на этом писце опробуем нашу способность. А, недопустимая цель, ясно. Все ясно.
Есть проход куда-то? Есть. Используйте прыжок, чтобы... Ну, мне кажется, там, не... и там нечего смотреть. Давайте на карту глянем. Да, давайте сюда сходим. Тут явно куда-то проход, лестница. Стоит ли нам? Это, наверное, выход на улицу. Давайте глянем. Это еще один, кстати, возможный вход в часовню. Явно мы могли сюда как-то добраться. Вот тут попрыгав, попрыгав. Может, в часовню? Или давайте глянем, где мы. Ага, вот так, видите, могли пройти. А, нет, не могли. Сюда слишком высоко, а тут недостаточно места. Это все-таки мы оттуда могли только сюда дойти, обратно не можем. Зря, зря так разработчики сделали. Ой, блин, случайно. Вот то, что тут пробел в пошаговый режим переводит, немножко неудобно. Магу надо передать. Что-то темновато стало. А можно огонь зажечь? Да, не намного светлее, ладно. Так, куда тут проход есть? Chained up book in a long abandoned temple. Ooh, temptation, old friend. We meet again. Искушение. Так, книга мертвых богов. Где она? This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Так, волшебник харизма. У кого у меня... Так, что какие там проверки? This book is far lighter Магия, than it сила, with such a massive lock. Харизма. Давайте попробуем магическую руну. Вообще мимо. The tome does not take kindly to your tampering. Хорошо, давайте Мальвина. This book is far lighter than it should Мудрость. Be with such a massive lock. О. As the lock opens, a loose page, what was once script, is now an obliterated scroll. You have a sense. В прошлой these части names, меня прошли эти все тесты, да, и тут прошло. What? Gods. These имена are the богов names когда-то gods. Потеряны, но восстановлены while после второго раскола. Have dwindled. Какой-то свиток получили, ослабляющий луч. Мы все деньги будем в одном месте собирать. Так, два свитка возрождения. Камни давайте. А есть нам смысл вообще есть? Что нам дает? Здоровье как-то восстанавливает. Давайте попробуем. А почему восстановило здоровье Мальвине, хотя я передал? Немножко странно. Конечно, я понимаю, что выделено, типа, кто пользуется сейчас инвентарем, но все-таки странно.
Все-таки странно. Все побрякушки вору. Так, ладно, больше тут ничего вроде интересного. Я не забрал книгу? Книгу давайте заберем. Сто десять двуручный топор. Пожалуй... Хорошая стоимость, чтобы забрать. Так, там больше нечего смотреть. Ну-ка, что у нас еще на еду есть? Яблоки, по-моему, были, да. Нам надо просто этого... Эту жрицу вылечивать. Ну и почему... Три хитпоинта. Один хитпоинт, прикол. Первое яблоко, три хитпоинта. Хорошо, если этот. Два хитпоинта. Короче, все как-то каждый раз... Ну, и, короче, кубик бросался. Я так понимаю, сколько выпадет, столько и отхилило. Так, тут мы все... В крипте посмотрели. Возвращаемся обратно. Я не хочу. О смерти и воскрешении. Где эта книга? Вот не видно нифига, кстати. Вот она лежит. Библиотеку собственную собираю. Не обращайте внимания. Так, тут мы сундуки проверили. Эта дверь открыта. На всякий случай сейф. Это другая часть крипты. Something over there. I can't see any way to disarm it. А, это для вора. Кстати, вот и ловушка. А почему обезвредить невозможно? I can't see any way to disarm it. Блин. The text on the plaque is a mystery to you. Необычное двуручное оружие ближнего боя. Спешка. Ну это кинжал, да? Это явно для вора у нас. Ой. А вот и ловушка, походу. Эти сразу упали. А с кем битва? Охренеть! Хорошо, что я сохранился, правда? Ну, у меня воды ни у кого нету, я у всех моих этих... Ну, они сдохнут сейчас все, мне кажется. Или нет? Все один ход горят. Ну, можно заканчивать. Так, этот проверку проходит. Вроде выживает. Я пока один-один. Ну, выживи, парень.
Не хотелось бы на тебя свиток использовать. Да ё-моё, 2-2. Молодец. Ну и что, он теперь постоянно так будет? Видимо, его поднять надо. Да. Давайте глянем на кинжальчик. А, нет умения. Блин, странно, вроде было написано, что он кинжал. Или это то, что у него... Так, ну видите, нужно умение... Умение оружия копья. Я вообще ни у кого его нету. Поэтому... Нету смысла, конечно, было. Ладно, пошли пока отсюда. Я ничего не могу сделать с этим огнем. Хотя тут у нас... Ну это крутая, конечно, ловушка. Вот это я понимаю, ловушка. Это... Трындец. Только вопрос, кто там туда вот эти стрелы столько позапитывал? Сколько они будут еще летать? Сколько там этих стрел? Ну, эти тут сарка... Ну, я вроде все забрал. Я не думаю, что в этих саркофагах прям что-то офигительное. Мне надо привал, очевидно. Так, а тут я везде все посмотрел. Что у нас? Так, извлечение паразита, заброшенные руины. Скоро встретимся снова. Хотя у меня... Ладно, квиксейв. Будем использовать, или квиксейвы не переписываются. Это хорошее решение. Блин, а что такое... Что карта такая? Почему я не могу ее уменьшить? Так, тут я был. Тут. Ну, видимо, если не посвечу, там ничего нету. Я уже в прошлый раз это проверял. Вот, не затеяли вы сундук, давайте проверим. Фигня. С этой мы подрались тут. Там мы отсюда зашли вообще. Больше ничего интересного получается. Так, там мы побывали, чтобы открыть сюда проход. Ну, выходим, очевидно. Что за ловушки? В прошлый раз мы их прошли. Да. Вы прикалываетесь. Интересно, если я ему помогу. Нет, он должен пройти испытание на смерть. Мы в прошлый раз, кстати, нормально тут прошли. То есть никто не попался в эти. А тут, вот видите, не очень.
Да, с пасфайдингом тут есть проблемы. Да, да, что вы делаете? Ну это ж бред. Ну, вот смотрите. То есть я не могу поодиночке их водить. Вот так, вот такой херней игра заставляет заниматься. Но это надо, конечно, править разработчикам, потому что это тупо... То есть они попадают в ложку, потому что тупо неудобно управлять ими. Потому что я кого-то выбираю, а остальные трое начинают бегать сами по себе. Ну, это сейчас сдохнет еще. Сейчас еще на этого свиток воскрешения потратим. Класс. Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Отличный автоответчик. No need. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step one is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch, you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma mephit will appear, which will pose the following question. Iskcha chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly, and the mephit will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Что-то сложно. Ценное должно быть. So it is. Our lives depend on it. Now, repeat my instructions back to me, please. О, боже. In that case, this will be an easy exercise. Step one. Стоит ли проходить этот? Ну ладно. Сумку. Фиолетовый шов против right. часовой. You then have access to the letter and the flute. Go on. О, я забыл с какого. Я точно вспомню, что с правого угла, какого, верхнего или нижнего. Давай с верхнего. Did you listen at all? Bottom О, right. боже. Quite right. You start at the bottom right corner and remember to play them clockwise. After that? Вот это Correct. Имя. And so we have gone through the necessary step. Best of luck with the protocol. The pouch is sealed with differently colored strands of thread. As the purple thread becomes undone, the pouch opens to reveal a letter and flute inside. С верхнего правого. Надо не забыть так. Ну и где оно? Так.
Так. По часовой стрелке с правого верхнего, да? Д. Так, если с правого верхнего, значит Д. Д. Е. А. Д. Д. Е. А. Надо играть. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura. The flute awaits with bated breath. Ре. Ре. Д-Д-Я. Значит, ми. И ля. Ну что, ничего не получилось? Подожди, с верхнего правого угла. Так, давайте посмотрим, что в журнале написано. С нижнего правого, господи. Двигаясь по часовой стрелке. Значит, нижним правым D. Dead. А, блин, dead получается как раз. D-E-A-D. Все ясно. Gale's magic flute is ready to be played. The flute awaits with bated breath. Ре. Ми. Ля. Ре. А вот и он. Искча чиснага. Да, я зум. Мулфамеск. Дину Франца Манфрагер. Ну и? Так а чё он? Или мне дали... А, мне дали магический свиток. Понял. Так, а что-то я за урон получаю? Нет, не подходите сюда, нет! Блин, ну это вот тупо, конечно, они вот так вот бегают, это просто так тупо. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Скорее наоборот, причиняет массу беспокойства. Scrolls of true resurrection don't grow on trees, you know. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you, I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Попробуем убеждение. Не прошло. Нет. You brought me back to life, and for that, I... if it does, bring me back again. You must. Так, ну что, может разбить лагерь? Опять я вышел. Вообще, смотрите, я могу уже сразу. А сколько нам до... О, тут... А чё у меня тут максимальный вес? А мне ничего не... Это ж как-то явно влияет на характеристики. Блин. Никто ничего не говорит. Так, что тут ещё тяжёлое?
А можно как-то сортировать по весу, нет? Нафига мне ведро рыбы? Жрать невозможно. Выбросим. Что вообще тяжелое? 0,1. Вообще нету ничего тяжелого особо. Ну вот три. Давайте это перебросим. Свечу вообще выкинуть. А, вот это нафиг надо. 25 кило ношу с собой. Неизвестно зачем. Вот как перевес, интересно, на что вообще влиял? Непонятно. Давайте, наверное, закончим день. Ну, у меня нету возможности, нету хитпоинтов, короче. Какой-то лагерь вообще не похожий на ту местность, в которой мы находимся. Следы пыфля, видите? Go to hell. Человек невидимка. Человек невидимка. Есть причины для хамства? Oh, nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Молча смотреть в огонь. Dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous feti. That's not abstract. This ballet of flames invites reflection. But you're right. Let's be up with a lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Так, что с этой можно поговорить? I'm not sure this is a good idea. Опять она будет. There are lit fuses in our heads. Sooner or later they're going to blow. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. Я уже в прошлый раз говорила. Maybe we'll get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. Одобряю. We'll need our strength. Интересно, где-нибудь это вообще... Где-то вообще это показывается, наше отношение? Так, это инвентарь. Класс, так. Можно выучить три заклинания. Перезарядка долгий от. Я так понимаю, что можно выучить 4 заклинания, но использовать только 3, судя по всему. Так, ладно. Тут вроде отношения нигде не отмечено. У этого доспех. Скороход. Болезненный луч. Может это выучить? А, слишком низкий уровень. Так, окей. Пока тут заклинание оставим. Инвентарь. Персонажи. Да, тут еще дофига. Хотя как дофига.
А, ну да, 310 опыта до следующего уровня. Как вот отношения между... Дневник и карта. Диалоги. Туториал. Не знаю, как-то непонятно. Отношение как-то влияет. Ой. Да. Что-то у нас какой-то вор покрался. Все. Выспались, здоровы. Пошли дальше исследовать местность. Тут ничего. Вот это был проход в часовню. То есть можно было в часовню пройти еще и здесь. Что карта говорит? Ну, я не буду, наверное, проверять. Тут понятно, что... Ну, то есть, вот тут спускаешься, а потом прыгаешь и уходишь. И спускаешься вниз. Всему тут, походу, какие-то проходы были. И сюда, наверное, проход какой-то был. Все-таки. Ай, пойдемте уже искать других людей. Лекарей. Мне не хватает, конечно, в команде танка. Воина. Вот если бы я делал воина... То есть у меня есть хиллер, грубо говоря, вор и маг. Мне надо было самого себя воином делать. Туда ли я иду? Нет, не туда. Ну, вон там кто-то. Время сохранений. Может, обойдем? Вернулись. О, слушайте, у нас тут какой-то ящик, наверное, пустой. Угу. А, так мы и тут могли пройти, ладно. Zoru was right. Yellow was a toad, twice as ugly. Наша чувиха знакомая. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. You again. Get rid of them. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Почему не мою главную героиню показывают, а вот эту чувиху? Я понимаю, что я ей управляю. Ну, короче, тут еще править и править надо. Давайте попробуем обмануть ребят. Проверка на харизму. Нет, придется драться, походу. Demaiz, let's... No, I'm not leaving this fiend with a stranger. Kill them. Даймеса, watch out! Ух ты! Теоклюдо опиус! Что за цветные брызги? Ой. Броски. А, это ослепленное, но это на дальние...
Ладно. Давайте с вора начнем. Стрелять не буду, раз так больно. Видите, я штраф имею явно. Все цветные брызги наложила штраф на стрелы. Да и так штраф 42%. Может пихнуть? А смысл? Обворожение. Это слишком далеко. Минус один. Где третий? Их, по-моему, трое было. Или мне или показалось. Ой, а чё я прыгнуть не могу? Эх. Да, блин. Уже ж брызги эти цветные не действуют. Вообще 36% маловато. Он сейчас стрелять, по идее, не будет. Так, а вот теперь будет, в общем-то, надо добивать. Так, ну и как ее выпустить? Наверное... Где-то рычаг какой-то должен быть. Так, а это... Магу отдадим остаточное все. И грушу, наверное, маг хай захавает. Не, давай чеснок захавает. Enough dawdling, get me down.
Slow to respond. Unsurprising. Enough gawking. Get me down. Скажи, пожалуйста. Never. Никогда. Ну, так может и не опускать ее, хай висит. You try my patience. You try my patience. А, я понял, как ее опустить, он снизу. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Lies. Just get rid of her. Ну, она, очевидно, воин, то есть мне надо ее вместо жрицы брать. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gaek tadpole, we must report to a caretaker for purification. Чувака из Planescape Torment, нашего тоже напарника. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but I cannot wait long, nor can you. Блин, сейчас придется идти в лагерь, чтобы ее брать. Слушайте, я ж могу вообще, по идее, короткий отдых сделать, только давайте сначала... перебросим все вещи, которые я тут этой чувихе выдал. Не знаю, вору. Ну, то есть... Блин, это, конечно, вот это тупо немного. А если я их добавить... Не, я хочу, чтобы носили пока. Особенно свитки воскрешения. Книжки. Книжки, кстати, давайте как раз магу выдадим. Ух ты, какой-то таинственный артефакт. Не, пожалуй, применять я боюсь. Факелы есть. Ладно, этот я выброшу, наверное. Так, у нас тут небольшой перевес. Ну. Давайте один доспех. Я ж надеюсь их продать, как бы 120 стоит, поэтому и таскаю с собой. Вообще я их... Точно, я ж могу в коротком отдыхе все это сложить в сундук тупо. Правильно? Что-то я совсем... Так, equipment... поснимаем... Можно это как-то... Ну... О, себе одел. Окей. Ну, кстати, вот это, у нее кольчужная рубаха минус один к ловкости дает. У меня тоже 13 защиты, но минус один к ловкости не дает. Слушайте, а как их снимать? Чего тут нету снять? А, вот, есть. Модные трусы. Так, ну давайте короткий отдых посмотрим. Блин, это я понял. Я просто хочу уже поставить себе воина и... Ладно, давайте. И тут я не думаю, что... То, что мы завершаем день, как-то там влияет на этих. Хм.
чем чувак занимается. Not a trick, my friend. Magic. Be that as it may. Seramorphosis. What does it make you think of? В первую очередь личинка. Spot on. Day one. Fever and memory loss. Day two. Hallucinations and graying skin. Day three. Hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? Ну, по идее, my point уже... is this. Our orifices remain blissfully unblocked. Any expert will agree. Пока я не поспешу, они мне будут... abnormal. Они мне будут морозить голову, чтобы я поспешил. Something to sleep on. We should get some rest. Так. Как мне здесь... с группой разобраться. Инвентарь, снаряжение. Это карта. Так. Значит, сначала этой мы скажем, чтобы она уходила. How do you feel? Better than I ought to. It's so strange. Do you remember the voice from the ship? Yes. Almost like it's whispering to me still. The voice said I'd become a beautiful weapon. What do you think that means? Были какие-то виды Whatever на нас. They were, those plans were interrupted by the dragons. Either way, we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find... Well, I've said my piece. Про хиллера. Так. Можно мне ее убрать? Вот. If you're sure. Так. Ну, почему она не ушла? Something the matter. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste and come. Отлично. Эту берем в команду. Abominations grow inside us. Yet we keep your rest short. Что-то они много фигни говорят, лишний имхо. Так. It is done. Прошу пойти со мной. Сейчас мы ей уровень дадим. Ну, а можно и вперед перевести, нет? Ладно. Так, ну да, сила, она у нас воин, все естественное. Порыв к действию. Ага, тут можно пассивные навыки класса. Дуэль оружием ближнего боя в одной руке. Давайте иду ручная. Он у меня будет атак... Или все-таки танка. Ну, блин. Тут сложновато делать чистого танка, потому что в разных... Давайте лучше двуручная возьмем. Тем более, что у нее как раз, по-моему, двуручная и есть. О, кстати... Вещи остались, которые я подбирал ею. Прикольно. Так, давайте мы каждому дадим по свитку. И какая у нее экипировка? Двуручная, да. 15 защиты, даже ловкость есть. 10, 13. Так, какие-нибудь... Да нет, все остальное... Я думаю, это все остальное можно сбросить. А, где у нас ящик? Ладно, не хочу пока разбираться, как это все убирать тут.
Давайте. Глянем на заклинание. Стоит ли мне что-то другое тут ставить? С этой рукой я так и не разобрался, кстати, как делать то же самое с Гейлом. Четыре заклинания, пять. Ну, все ставим как есть, я думаю. Всем остальном. Пропустим. Все. Поехали. Найдем наконец-то лекаря. Мазал. Мне надо какую-то другую кнопку, очевидно, на переход в пошаговый режим сделать, потому что я постоянно промазываю по альту. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Именно крики. Ага, вон. Кричат, чтобы внутрь пустили, я так понимаю. Если я могу сюда запрыгнуть. Просто интересно. Это недостаточно места. А сюда я могу спрыгнуть? Еще по-хорошему, конечно, убиться можно. Недостаточно места. О, тут этот телепорт. Все-таки привал можно в любом месте делать. А это у нас телепорты. Че, с у дороги, заросшие руины. Чтобы не бегать по всей карте. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Что-то я не видел гоблинов. The nine hells! Open the gate! Видимо, придется с гоблинами драться. Так. Моя любимая заклинание масла.
Воко Афина. Падайте. Выстояли? Может, у них, кстати, какая-нибудь... Нет, нету никаких бонусов. Ну, теперь мне туда надо огонь зафигачить еще. Ну, кстати, тоже бутылка с жиром. Блин, а как бы мне поджечь теперь это все дело? Наверное, никак. Чуть он встал. Так, ну давайте кого-нибудь пригвоздим. Кто у нас тут не стреляющий? Вот этот. Странно, по нему меньше попасть, чем по этому. Ну давайте по этому тогда раз 70. Промах. Класс. Я бы даже сказал, кайф. КП магу сразу. Охренеть, собачка. Эта собачка... Одно дополнительное действие. Ну, я думаю, надо использовать. Можно восстановить, да. Надо брать. Так, а как бы мне до этого парня добраться? Это мне на самом деле... Надо бы туда и бежать магом, наверное. А почему мой герой так поздно ходит вообще? Это, посмотрите, сколько движений сначала пройдет. Блин, я, походу, это дополнительное действие зря использовал. Так, ну давайте еще раз сол кинем. Огня у меня нету до сих пор. Падает. Мне кажется, этот бой будет тяжел. Блин, это еще на камни залазит. О, убили одного гоблина. Да блин, что он не падает? Да, ну тут тяжело будет. Я думаю, что мой танк это более-менее. Да. Конечно, надо этот жир использовать так, чтобы еще сразу и поджечь можно было. Так, я, наверное, пойду вот с этим попытаюсь разбираться сразу. А, подождите, не попаду ли я случайно? 56% только. Я тут, понимаете, чем хорошо сюда все равно встать. Мы сюда заберемся и сверху будем атаковать этих всех ребят. Ну и все, и пока я тут не могу ничего больше сделать. Make way for the Blade of Frontiers. There is no escaping the blade. Ignis! Воу. Ну, тут нам помогут, слава богу. Какие-то они
плохо видные почему-то. На них какое-то состояние угрозы. Так. Давайте-ка я вором этому за спину зайду. Я даже сказал, запрыгну. Блин, достаточно скорости. Ладно. Готов. А теперь магом. Что у меня еще есть? Свиток нанесения ран. Слишком высоко. Блин, это, конечно, чувак туда классно забрался. Ладно, я все равно туда наверх пойду тогда. Я этому рывок не буду делать. И не буду заклинания тоже. Только не помогу. Да что за... Так. Далековато. Ладно, просто стрельну. Двадцать четыре. Вот этого давайте пытаться убить. У него поменьше хп. Отлично дерутся. Обожаю промахи, когда рядом находятся. Вау, крит какой прошел. Блин, а что такая маленькая, такой маленький шанс попасть, не пойму. 85, давайте. Да это вообще прикол какой-то. Не, я думаю, тут мы победим. Потому что тут мне помогают. Хотя ребята сильные. Да, блин, как недостаточно. Я не очень понимаю вот с этими всеми штуками. Такое ощущение, ну, то есть я почему-то не врубаюсь, когда можно что-то тут проводить, когда нельзя. Я просто подбегаю, мне кажется, я еще могу что-то сделать. То есть тут что-то им надо с интерфейсом делать. Он реально непонятный. Так, сколько у него? 10. Ну, давайте попробуем молнию. Да, блин, так что... Боже. Класс. Я не понимаю, а вот ему... Наносится урон, ему в прошлый раз 5 урона, сейчас 4. Куда он девается? Максимум очков здоровья увеличен. Ну, предположим, так. Критический промах. Охренеть. Ну, давайте толкнем парня.
Когда его толкает, кто-то за ним стоит, он должен упасть, по идее. Собственно, что и произошло сейчас. Не понял, где моя булава. Охренеть. Какого хрена у меня было? Да что происходит? О, обворожил гуманоида. Прикольно. Столкнулся, это выпало. Это прикольно, кстати, сейчас. Комбо было. О, отталкивает существа и предметы. И сейчас может получится его свалить. Блин, так оно и мою заденет. А дайте поссорим, просто по приколу. Нет. Блин, классно убило. Классно. Это мне понравилось. Так, ну и... Ух ты. Да как так-то? Так, надо убивать этого парня. Десять плюс три, но какой-то шанс очень низкий. Но мне ходить нету смысла. А что такое низкий шанс попадания? Ну ладно, убил. Но все равно. Ты, знаете, в бочок собачку так пнул. Что, дострельну? Не, а. А, нет, дострельну. Еее. О! Все, вылетело. Пришлось переиграть сейва до момента краша. Ну, вроде дальше нормально идет. Так, нам сказали быстро за ворота забегать, но я думаю, что на самом деле никто тут не прибежит. А можем мы спокойно полутаться. Перчатки силы. Какая-то порча абсолюта. Гоблин драчун. Ого. Так, это у нас маг, очевидно. Да, блин. Так. Ну, вот это, то, что они бегают так немножко бесконтрольно, меня очень расстраивает. И вы видели, собственно... К чему это приводит, как они начинают на ловушке напарываться постоянно. Так, гоблин ищейка, давайте соберем. Крышка котелка, это вместо, я так понимаю. Опа.
Ворота закрылись, ворота открылись. Feel like we're being watched. Ничего не трогать. Окей. А, это не трупы этих. Ладно. Заходим внутрь. В друидскую рощу. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too! Unbelievable! То есть, короче, тем персом, которым я управляю, за того я могу... А смысл тогда было создавать нашего перса, если нам вот дают уже созданных, за которые мы можем что-то тут говорить? Ну, давайте... What should you open spit you out? Show some respect! This woman saved your pathetic life! Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you... Coward! Ну, давайте убеждение. Как бы запугивание тут немножко странно было. О, 16 вряд ли пройдет. Да. And who the hell are you again? Should have done that a long time ago. Arrogant prick had it out for me from day one. No one leaves my people out cold. Only way he'd shut that hole under his nose. He was right, though. Coming back to this hellhole was a mistake no amount of gold can put right. I'd rather face another round of goblins than stay in this pit. Его, блин, впустили, реально ему помогли выжить. Он заходит, еще начинает руками махать. И ушел, главное. Охренеть. Обалдеть. Так, что-то мы с этим должны поговорить. There's no point surviving these worms if we end up in a goblin stew. Let's just go. Нам нужны эти целители. But once we have what we need, we should leave. Куда, интересно? Такой, блин... Они меня постоянно куда-то гонят, знаете, как будто тут особо есть куда пойти. Regression. A cheap shot. I should have expected that. What I didn't expect was help out there from a drow. Thank you. I'm Zevlor. А я Мальвина. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Мне нужен целитель. Goblin got you. The druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. We'd owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. Ладно, попробуем. Really?
We're messengers now. We owe you a great debt. Астерион не одобряет, Гейл одобряет. Они явно разного этого. Ну, я тоже не очень чувствую. Я просто решил помочь, может, денег дадут. You're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. О, репутейшн поднялась, очевидно. Картофан. Захаваем, чтобы вылечиться. Так, вот меня интересуют эти перчатки силы. Существа, по которым прошла атака, могут получить штраф D4 к броскам атаки и испытаниям. Можно экипировать на нашего воина. Так, где картофан? Груша. Кстати, груша можно скушать. В отличие от тех, которые в загадках. Просто посмотреть. Целых 2 хитпоинта. 4 хитпоинта. Картошка, конечно, спасает жизни. Этому хлеба на закваске дадим. Пускай, ладно, 1 хитпоинт, пускай висит. Маленькая бутылка и винище. Ну-ка, это что делает? Непонятно. Так. Тут большая. Ну, мне, кстати, не очень нравится, как карта все-таки сделана. По мне так неудобно. О, тут еще куда-то там. Ну, я думаю, там квесты мы будем выполнять. А, ну, тут большая карта, конечно. На будущее, но... То есть вот примерно, да? Вот так. Видите, я даже дальше не могу промотать в ту сторону. И в эту сторону. То есть мы где-то открыли, ну, треть карты, я так понимаю. Пошли до друидов доберем... Ой, не туда. До друидов доберемся. Полость. Что за полость? О, торговец. You're going to get us killed. Так, какой-то квест нам тут явно дадут. We can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Хранить молчание. Ronan's right, sis. We should leave while we still can. Or would you deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? Oh, fine. Let's sneak away like God's damned cowards. But if something happens to these people, it's on us. I hope you know that. Что-то просто прослушали разговор. Ладно, мы добрались до рощи. Думаю, на этом как раз серию неплохо закончить. Уже с друидами, наверное, в следующий раз будем разбираться. А будем ли, опять же, от ваших комментариев зависит. О. Вы знаете, вот реально очень похоже. У меня какое-то чувство дежавю. Там было поселение в Divinity Original Sin 2 на первом же острове. И оно вот реально похоже. Такое ощущение, что я в нем опять нахожусь. То есть, как бы это все красиво, здорово, но, блин... Реально мне дежавю, как будто я в Divinity играю, а не... Ну, то есть это не ощущается, как какая-то другая игра. Просто поменяли название на Baldur's Gate 3 и все, да? Ладно, спасибо, что смотрите.
Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.